Сегодня здесь у нас происходит открытие граффити-сезона. К нам приехали гости из разных городов. Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Минск, Москва. И ребята создают совместные работы здесь сейчас на глазах у зрителей. Галерея 100 квадратов – уникальное для Новосибирска место в том плане, что это первая галерея, фокус работы которой направлен исключительно на взаимодействие с авторами, кто рисует, либо активно рисует на улице, либо же начинал свой путь именно с граффити, с уличного искусства. То есть мы работаем именно вот с этими направлениями. Уникальность заключается в том, что снаружи наше пространство является легальным спотом для рисования, то есть любой желающий может прийти, сделать любую работу без каких-либо согласований, предварительных эскизов, правок.